Знакомьтесь, это воспитанники подготовительной группы «Теремок» детского сада номер 12 «Сказка» городского округа Королёв Московской области. Как и все дети в нашем космическом городе, они очень любят истории о космосе, космических полетах, о героях-космонавтах. А еще им очень нравится решать трудные задачи на космические темы и играть в разные игры с космическим сюжетом. В нашей группе есть волшебный квадрат – универсальное игровое пособие. С его помощью мы, педагоги, придумываем нашим маленьким космонавтам самые разные задания и игры. Одну такую игру, которая называется «Планеты и спутники», мы и представляем вашему вниманию. Дорогие космонавты, сегодня мы отправляемся в полет. И, конечно, как настоящие космонавты, мы будем составлять звездные карты. Когда мы смотрим в иллюминатор нашего космического корабля, мы видим много-много разных планет. А у некоторых планет, мы уже знаем, есть спутники. Да, да, совершенно верно. И когда мы смотрим в иллюминатор, спутники оказываются на разных орбитах от планеты, с разных сторон. И вот где окажутся эти спутники? И как мы зарисуем эти планеты, как мы обозначим на нашей космической карте? Вы сейчас в этом мне будете помогать. Договорились? Да. Договорились. Андрюш, начинаем? Да? Мы помним. Сначала давайте напомним. Сверху у нас наши подсказочки. Это цвет планет. А с этой стороны нам подсказочки, где расположены спутники. Совершенно верно. Итак, готовы? Милана, располагай, пожалуйста. Какую планету ты выбрала, Милана? Рассказывай. Так, а где спутник расположен? С левой стороны. Слева от планеты. Садись, пожалуйста, Никита. Давай, твоя очередь. Выбирай. Молодцы, вы настоящие космонавты. Так, Никита, рассказывай сразу. Я выбрал. Голубой цвет. Планета голубого цвета. И спутник в левом нижнем углу. Правильно. Да, ну представляете, это всего лишь маленький кусочек космоса. А космос огромный, и в нем очень-очень много планет. Может быть, когда-нибудь вы будете их изучать, правда? Да.